Всем хорошая погода, не стоит кутаться в теплую одежду, очень клево. Хорошая погода, отличное настроение. И все это FX Open Dream Challenge Беларусь 2011. Давайте попробуем немножко прокачаться в ритм вместе с диджеем Эксфейдером. Так, чтобы вы это увидели, ребят, давайте все вместе. Эй! Да, да. Ну что, начинаем. FX Open Dream Challenge Беларусь 2011. 44 участника, 10 государств. Здесь сегодня, в Беларуси, город Минск. Я вас не слышу. Молчите! Вам тут ничего не слышно, да, почти? Сейчас, наверное, передвинем чуть-чуть, чтобы сюда было слышно. Ну что, Курингли? Максим Костючек, Аркаша Кучинин, Феликс Бикерман, Янина Алексеева, посмотрите, что она делает вообще, Яся! Андрей Богданов, Юха Ритонин, хулиганы из Москвы, команда TS Power, Шик и Финдяй. Давайте сюда, Шик, давай. Кирилл Себастьянов, город Москва, на таком адском, я не знаю, корчмобиле из Чернобыля, видимо. Нравится? Тимофей Кошарный, Тимоче. Дрифт Гараж, Питер. Его сокомандник Слава Калашников. Что со звуком? Слава.
Калашников сломался и, видимо, уже не выйдет. Кубок Джиговский! Сделайте что-то со звуком, перебивай. Виталий Полищук! Шивский! Илья Кондратьев! Эволдес Коваленко, Д1 Спорт! Костутис Олектос, сокомандник его, Вильнюс! Простите, М3 не представлю, она очень поздно приехала. Александр Гаврилович, топ-кар дрифт. Красивый BMW М3. Павел, что со звуком? Павел Трелла, Asus Drift Team, Польша. Крутой чувак, вы просто его еще не знаете. Дима Нагула, кто за него болеть собирался? Борис Меликевич, хулиганы из Бреста, Торчо Дрифт. Кристос Брус, команда FX Open и GK Motorsport. Гриня Александр Гринчук, команда D-Project Одесса. Макс Шатило, город Минск. Алексей Головня. Какие девушки красивые идут, тут ко мне все. Чепок, Киев. Команда Lucky Racing. Гатис Лапас. Но вторая машина — это не Гатис. Стоит Агленадия Ринтон. Ему предоставили наши латышские друзья машину для участия. Вы их не перепутайте. Я так советую, просто по цветам дисков. Это Лапас. А там Ринадия Ринтон. Индонезию как-нибудь будем поддерживать? Я не знаю, чего молчим. Вот так. Индонезия для карта. И вот Циролис, Рига, Латвия. За ними интернациональный состав Беларуси, Соединенные Штаты Америки, Райан Тюр и Андрей Курила. За Райана кто болеет? Так мало, Райан обидит. Тейку Джалэй! Дмитрий Люк, спикер, Айцкесса. Игорь Беленький. Город Москва. Номер 7, молодой белорусский участник из города Минска. Слава Алков. Итак, Вова Иванов. Вова, что с тобой? Ты зачем багажник залез? А это Петя. Давай, Вова, заезжай. Питер. Вова кто-нибудь помнит, он в Лагоське участвовал раньше. Команда Evil Empire. Я не знаю, со всем составом. Деточки, шарики, байкеры. Макс Твардовский. Перец Чичипахаян. К сожалению, они приехали полным составом, Олег Цаплик сломался вчера и не починился. Эвил и Пап, давайте как-то компактнее. Итак, Сергей Метис. Команда FXP. Дариус Барис, Дрифт ЛТ, а
Отойдите, дайте машинам встать, пожалуйста. Потом успеете пофотографировать еще. Команда Drag Times! Если вы поняли, это флаг России! Я вас не слышу! Хулиганы его отпают! Гоша Степанян, Drag Times, снижение статюков! Команда Twinner Works! Гарик Хачатриан и Вильям Лукасян. Ну и с ними, конечно, Артур Натумян. Давайте, разбойники, становитесь. Отойдите! Дайте, они сейчас грузятся будут, видимо. Evil Empire! Отойдите! Ну что, все успокоились? Поставьте машины, выходите людям на растязание. Все подходим, к народу общаемся. Кому автографы нужны? Все на первых рядах ждут уже, да? Ну что, пилоты, давайте к зрителям, давайте. Иди, сдавай, не стесняйся. У нас еще много сюрпризов для вас впереди. У меня в руках отличные эксклюзивные майки, их всего три. Такие майки только на плечах, на мужских плечах участников соревнований сегодняшних, но могут оказаться и на вас. Чуточку позже, буквально с минуты на минуту, у вас будет возможность оторвать себе эксклюзивную маечку, а также пару фотографий с автографами одних из самых колоритных гонщиков сегодняшнего шоу. На самом деле ребята очень добрые и хорошие. Те суровые, конечно, автомобили, которые вы видите, они, наверное, такая легкая противоположность хозяев, потому что они все общительные. Берите автографы, общайтесь, трогайте, фотографируйтесь. Единственный шанс сегодня. Такого больше не будет. Потом мы будем смотреть настоящее шоу, настоящий дрифт. Но гонщиков тоже просьба, подойдите к людям поближе, потому что ну, хочется до вас дорваться. Недорого продам автограф Грине, надо кому? Что, не надо Грине? Грине даже бесплатно кому? Питер хочет взять, Одесса, Киев, они ж... Кого? Юха Ритонен! Наши ребята из Польши, Кулоб Жиговский и Павел Трелла! Но не все пилоты собрались здесь. Юха Ритонен, where are you? Ваня, народ просит тут тише делать.
The Russian people would like to see a hero right now come here. Хорошо, еще раз, гонщик, подойдите к зрителям, потрогайте друг друга, ну, пускай они поймут, что вы настоящие, а не сделанные из стали мужики. Нет, все правильно. Настоящие, романтичные, любвеобильные, но все как и положено для настоящих дрифтеров. Кто за метиса и за наголу болеет сегодня? Вот Сергей Метис, Дима Наголо, давайте, растерзайте их сегодня. Идите к людям. Серега не стесняется. Серега очень стеснительный, да. Зато на трассе такое творит, вы же видели. Ваня, сделай еще тише. Тихо-тихо, сделай, я сейчас все скажу. Нормально. Вот нормально, еще тише. Нормально? Так лучше? Все отлично. Они сказали, что ты лучше. Давайте все гонщики пройдемся со мной на то крыло. Там тоже зрители, наши важные гости VIP-зона. Все гонщики, пилоты, идем на то крыло, правое крыло, там, где первая дуга. Идем со мной. А народ будет сейчас болтать. Удивительно, но почему-то совершенно не пользуется популярностью чемпион прошлого года, который очень скромно раздает как раз-таки автографы, но я думаю, что если вы его увидите, стоит отрывать руками. Ну что, посмотрим, в этом году сможет ли занять первое место. Ну, я думаю, что шансы есть. Хотя белорусы немножечко по-хорошему, по-спортивному так обозлились в этом году. Я думаю, что покажут нечто особенное для вас сегодня. Но все мы этого ждем, естественно. Я не вижу пилотов за мной. Буквально 4 человека, а вас 45. Вова, пошли. Обратите внимание, здесь вон ходят красивые девчонки в полицейской форме Бёрн. Вот если вы покажете им красный язык от Бёрна, они вас поцелуют. Обещаю. Девочки сразу ретировались. Ну ладно, хорошо. Давайте, покажите красные языки, у кого есть. Гоша, чё ты гуляешь одиноко? Пошли со мной. А, ты оттуда? Ну идите туда, все. Тогда вы идите туда. Какой у вас большой флаг, Макс? Ребят, короче, смысл в том, что сейчас все пилоты пройдут, поскольку зрительный зал у нас сегодня просто огромный, пройдут по всему, потому что всем хочется увидеть, взять автограф. Но, как я и говорил, вот здесь у меня находятся три эксклюзивных маечки, такие вы нигде не купите. Майка с именем Тэнкю Джан Лэй. Да, все правильно. Ну, соответственно, фотографии с автографами, с вашим именем, которые они для вас подпишут. Все это буквально с минуты на минуту. Будет здесь, и два гонщика сделают это для вас. Это Райан Тёрк и Тэнкю Джан Лэй. Я думаю, что Тэнкю Джана вы уже прекрасно знаете. Райана Тёрка, возможно, видели здесь по телевизору. Здесь он впервые сегодня покажет класс, но, я думаю, окажет должную конкуренцию ребятам. Ну, эта тишина сейчас будет ослаблена наверняка. Музыка от DJ X-Fader. Ты там или нет? Покажи ручки. Молодец, вперед. Тише нельзя, что ты сказал? Подожди, а я-то тут при чем? Чего ты мне язык хочешь показать? Нет, надо же делиться. Девчонки в полицейской форме, это самое малое. Пойдем на те трибуны. А, ну... В твоем случае ничего. Шучу. Ну что ж, я смотрел, что очень много телеканалов приехало сюда сегодня. Надеюсь, что все это будет потом показано по телеку, но это клево. Поэтому чем громче вы шумите, тем больше шансов попасть в телевизор. Давайте проверим. Epic Open Drift Challenge 2011. Ну все, все уже попали сразу. Молодцы. Вот заметьте, красивые женщины ходят не с вами, а вот с пилотами, правильно? Давайте дрифтуйте, ребят, тренируйтесь. Самый фактический разгар автомото сезона проходит чемпионат дрифта в Беларуси. Впереди очень много еще интересных состязаний, которые вам приготовила Racing Bike в этом году. Ну и не только они, еще раз напомню, те стандрайдеры, которые поедут сегодня, это Freestyle Stand Band. В 20-х числах у них отличная
шоу для вас, но это будет не здесь, а чуточку дальше от города Минска. Я думаю, что вам тоже понравится. Ну а сегодня все внимание самым настоящим, самым профессиональным дрифтером всех времен и народ, которые сегодня, к счастью, все-таки оказались в Минске. Удивительнее всего, что в прошлом году это был первый опыт привести сюда настоящих профессионалов из Малайзии, Штатов, из Финляндии. Приехали со своими машинами, фактически пешком, точнее, не пешком, а на машинах. Это было очень непросто, но все-таки доехали. В этом году участников гораздо больше, а также больше зрителей. Ну что, правое крыло, мы пришли к вам, Райан Тёрк. Здесь сейчас будет нам автографы давать. Александр Гринчук где-то ходит, Чепа. Подойдите к народу, Вова Иванов. Не стойте. Ренади Айнтон из Джакарты, Индонезия. Чего так тихо вообще? Мы где находимся? Я понимаю, что Evil Empire нас уже всех купила просто, да? Каждый по флашу, по шарику и сказали, все, ни за кого больше не болеем. Тут со звуком проблема, я понимаю, да, у вас? Все время прерывается, да? Сейчас решим, подождите. Айк, это модно сейчас, все клево. Ну что, я думаю, потихоньку пилоты могут садиться в машины. Ерген Алтмайн, возобновиться в техпарк, готовиться к квалификационным заездам. Но здесь останутся две машины, это Райан Тёрк и Тенгу Данлей. Дабы все-таки, как я обещал, оставить автографы на мальчика, а также на эксклюзивных фотографиях, которых вы попросту нигде не найдете. Ну и с вашими именами, естественно, дабы оставить в ваших душах и сердцах память о FX Open Drift Challenge Беларусь 2011. Это так, лишний раз напоминаю, а то вдруг заблудились там, не понимаете, где вы. Ну что, все пилоты, рассаживаемся по машинам. И под такую мертвую тишину, не знаю, что случилось со зрителями. Спасибо тем 15 человекам, которые только что кричали. Да нет, ты понимаешь, они просто определяются с фаворитами. Очень много красивых машин. Каждый пытается, наверное, выбрать для себя любимую, ну, по крайней мере, по цвету. Ну что ж, не, мы вас не оставим. Мы расскажем о каждом автомобиле подробнее, потому что когда они выйдут на трек, я думаю, там все будет и так понятно, но тем не менее мы будем вас как-то пытаться сориентировать, кто поехал, кто на очереди и так далее. Самое важное, что каждый из вас останется сегодня на месте, потому что здесь действительно клево. Ну и самое красивое, как и в прошлом году, это награждение победителя. Оно состоится там, я думаю, у вас будет возможность подойти чуточку поближе, ну, естественно, и насладиться зрелищем. Нет ничего приятнее, чем разделить чувство победы с чемпионом FX Open Drift Challenge 2011. Ну что, я смотрю, пилоты медленно подходят, садятся в машины и отправляются в техпарк, готовятся, потому что очень скоро мы и начнем. Ну что, проводим наших участников в технический парк и буквально совсем скоро начнем квалификационные заезды. Судить сегодня соревнования будут Мантас Кузмарскис, Каунас, Литва, Денис Трусов, Марсель, Москва, ну и я, собственно говоря, вы меня уже знаете. Айк Симонян, аплодисменты. С
Судьи, кстати говоря, будут все видеть. Они будут находиться высоко в небе, как и в прошлом году, наблюдать за течением гонки и всячески выслушивать вас. Я напомню, в прошлом году было несколько спорных моментов, которые мы смогли разрулить только благодаря публике, то есть благодаря вам. Если вы считаете, что что-то пошло не так, и судьи что-то не заметили, кричите, показывайте плакаты, но мы попробуем все переиграть. Окей? Да или нет? Давайте провожаем участников на старт. Аплодисменты, ребят, взрываемся, поехали! Останутся две машины. Автомобиль как уже Рэй и Райан Тёркер. Будут летать с машины. Я напомню, кстати говоря, очень зрелищно. В прошлом году оператор поставил камеру, и по ней проехалась машинка совершенно случайно. Но это было круто. Зрителям понравилось. Надеюсь, в этом году такого не повторится. Пахнет паленая резина. Официальная парфюмерия с запахом жженой резины от портала Racing Bike. Покупайте. Ну что ж, а я отправляюсь к героям. Ну, а не то, что победителям. И, может быть, даже не предполагаемым, но очень любимым гонщиком. Я имею в виду Дэнкл Анджей. Ребят, громче, ну! Райан Тёркер, отлично! Эксклюзивные фотографии, которые могут оказаться у вас. Давайте уже на трек, ребят.
Ну что, буквально 5 минут. А, ребятушки, мы всем за все внимание провожаем машины, внимание на меня. Беларусь, вы здесь? Хотите? Отлично. Окей, в Бобруйске есть детский дом семейного типа. Ребята из детского дома здесь. Надо им поаплодировать уже. Ребят, вы здесь, да? Отлично. Хорошо. Все, что я хотел сделать сейчас, это провести благотворительный аукцион. Мы проводили его в прошлом году, сделаем это сейчас. Две фотографии от героев сегодняшней группы, плюс эксклюзивная майка, достанутся тому, кто предложит просто больше денег, которые пойдут на благотворительность, а именно в детский дом семейного типа. Ну, я думаю, что стоит начать где-нибудь со 100 тысяч белорусских рублей, кто может дать больше? Сразу, да нет, давайте 50, хорошо, 50 тысяч, кто может дать за майку две фотографии? Есть? Есть рука, хорошо, давайте 60 тысяч белорусских рублей. Так, сразу давайте все-таки вернемся к 80 тысяч, 80 тысяч. Кто-нибудь еще там есть, да? 100 тысяч все-таки, раскачал я вас, отлично, хорошо. Ребят, на самом деле деньги, ну, не мне в карман, правда, это пойдет на благое дело, поэтому у вас маечка, у нас счастливые дети, по-моему, лучше не придумаешь. Давайте так, 120 тысяч, кто даст? 120 тысяч, смотрите, герои ждут вас, стоят, вон. 160 тысяч, кто сказал? Поднимите руку. Так, скрылся. 200 тысяч, 200 тысяч, 220 тысяч. Кто даст 220 тысяч? Девушка, 220 тысяч. 220 тысяч раз. Может, кто-нибудь еще хочет? 240 тысяч, кто даст? 240 тысяч, отлично. 240 тысяч раз. Давайте побольше. 260 тысяч. У кого рука поднимается и у кого есть с собой 260 тысяч? 300, кто кричал 300 тысяч? 300 тысяч, человек в белой маечке. Ну давайте, здесь народ побогаче, поэтому я к ним пойду, хорошо? 300 тысяч раз, ой-ой-ой-ой-ой, 300 тысяч раз. Ну, сколько? 340? 400 тысяч? 400 тысяч, вот этот безумный дрифтер в кепочке. 400 тысяч раз, кто больше? 450 тысяч. 450, еще, 470, 500. 500 тысяч, отлично. $100, это то же самое по Нацбанку, не гони. $150. $150 раз. 150, ну больше. Ну, ребят, эксклюзивная маечка, ну правда, с автографами. $150 два. Поздравляйте победителя, $150 три, правда, ну выходи сюда. Guys, come here, please, okay? Райнтер, thank you, Джоли! Ну как зовут тебя, победитель? Кирилл. Ребят, человек, который мало того, что сделал доброе дело, так еще и получил отличную майку. Теперь ты будешь ходить с именем thank you, Джоли на спине. Болеть, естественно, же за Витиса. Понятное дело. Ну и, естественно, автографы. Дамы и господа, Райан Тёрк, эксклюзивный автограф. Thank you, Джоли! Можно сфотографироваться с героем. Так, ну, смысл в том, что у меня еще две майки. Давайте попробуем сразу. Кто там последний раз называл 300 тысяч? Или 500? 300 тысяч кто может дать за майку с автографами? Сколько? 450, да? 450 тысяч. Отчаянный дрифтер в кепке. Как зовут-то тебя вообще? Еще раз. Ну ладно, хорошо. Давайте, я все равно не услышал. Так, кто больше? 450 тысяч раз, ну. Че, кто сказал? Ребятушки, деньги пойдут еще раз на благотворительность. И не просто в карман, например, мне, а действительно пойдут в помощь детишкам, которые и так приучаются к автоспорту. 450 тысяч раз. Ну кто 500 сможет дать? Ребят, просто руку поднимите, я к вам подойду. Так, слева направо смотрю. Так, вот мальчик поднял руку. Папа резко убрал мальчика. Спасибо. Хорошо, 450 тысяч раз. Ребят, надо больше, надо не меньше, надо больше. Давайте еще, ну хоть чуть-чуть. Кто 470 даст? 470, надо было в VIP-зону идти. Там люди побогаче, я так понимаю. Хорошо, 470 тысяч раз. А, нет, 50 пока. Спасибо тебе, ты был лучшим.
Так, 470, 400, кто даст 470 тысяч? Да, ребят, ну что, правда, влом, что ли? 450 пока у нас цена последняя. Ну, давайте, ребятушки, 450 тысяч раз. 450 тысяч, а? И... Ну так скучно, давайте кто-нибудь еще. Ладно, хорошо, иди сюда, отчаянный дрифтер в кепке. Вперед. Деньги не забудь, окей. Так, ну, ты был не первым, тебе почет поменьше, конечно. Вылазь сюда. Как тебя зовут? Давай сейчас громко. Валик меня бы. Оп, аплодисменты Валентину. Валентин, вылазь сюда. Дамы и господа, эксклюзивный автограф. Если есть возможность фоткаться, стань good job name. Райаном Тёрком, пожалуйста, вперед. Теперь ты в команде, подходи к ребятам, они дадут тебе автографы. Так, ну, ребятушки, я вообще глупо будет спрашивать, может, у кого-то деньги остались еще. Давайте, у кого хорошее настроение? Так, вот, 2 миллиона, ты сказал, да? Хорошо, нормально. Ну, сидите, давайте так, меньше 500 смысла нет. Есть 500 тысяч? 500 тысяч раз. Что продано-то? Я вон там слышал 2 миллиона, кто-то кричал. 500 тысяч, два. Как зовут тебя, человек? Женя, а что ты кричишь? Так, ребятушки, Женя... Сильный, лысый мужчина, который сейчас хочет забрать эту майку за 500 тысяч. 500 тысяч пойдут в фонд детского дома семейного типа в городе Бобруйске. Ребята смотрят сегодня это шоу вместе с вами. 500 тысяч раз. Ну, давайте кто-нибудь. Просто так можно кричать. 500 тысяч два. Беларусь, вы здесь? 2 миллиона. Сколько? Кто сказал 600? Одолжите друг другу деньги, скиньтесь, пускай 2 миллиона будет. Серьезно, будете носить по очереди. Так, человек, ты что руку поднял сзади? Хорошо. Сколько? 500. Раз, 500, два. Женечка, иди сюда, иди вперед сюда. Дамы и господа, аплодисменты. Женя, у тебя права-то есть? Жень, ты пробовал дрифтовать когда-нибудь? Нет, но я думаю, что попробуешь, теперь ты в команде. Дай-ка, Джон Лей, вперед. Антерк. Женя, аплодисменты Евгению! Ребят, спасибо еще раз. Я думаю, что эти деньги, пускай и небольшие, но все-таки помогут детишкам немножко порадоваться. Ну а всем вам насладиться сегодняшним шоу, потому что официально и Женя, и Валентин, а также просто герой номер один наш, который вот уже... Почему без майки? Почему без майки? Приняты в команду FXL The Drift Challenge. Беларусь 2011, естественно же, являются сегодня национальными героями. И официально заявляю, если они подходят к девушке и говорят там, например, ну, можно тебя поцеловать, она должна разрешить им. Это официальное разрешение фактически сегодня. Спасибо, еще раз аплодисменты пилотам. Thank you, John Lee! Yeah, so heroes today. Right, York! Ребят, человек, который покажет вам сегодня невероятное шоу, точнее оба. Я напомню, в прошлом году Дэнкл Джон Лэй занял второе место. Но я думаю, что сегодня Райан Тёрк сделает, сделает или не сделает, это остается предполагать. Молодец, надел майку, круто. Ну что ж, дамы и господа, аплодисменты нашим героям, спасибо им большое. Аплодисменты пилотам. И проводим семейную теперь команду FX Open в боксе, пускай готовятся. Дэнкл Джон Лэй, Райан Тёрк. Now, the original.